По инициативе Министерства обороны Донецкой Народной Республики для детей погибших военнослужащих было организовано посещение Донецкого государственного академического театра оперы и балета. Для ребят организовали показ спектакля по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Стойкий оловянный солдатик». Но перед этим провели экскурсию по закулисью театра. Сегодня была организована экскурсия для детей погибших военнослужащих. Детки посетили нашу сцену, познакомились с нашими артистами, и сейчас они сидят в зрительном зале и ждут волшебства. Наша основная задача – это оказывать помощь семьям погибших военнослужащих, так как их родители отдали свою жизнь на защиту нашей республики. Огромное им спасибо за это. Мы будем дальше помогать и заботиться об этих семьях. Главная цель мероприятия – оказать поддержку семьям, потерявшим отцов при исполнении военного долга. В завершении дети с актерами театра сделали совместное фото.